Так, привет, ребята, мы сейчас будем проходить скайблок. Это необычный скайблок, который я сам построил. И сейчас мы будем на нем выживать, и я взял еду с креатива. И сейчас добудем деревце. Кстати, еще я забыл взять еще ведро воды. О, нормально. И сейчас мы будем выживать. Наверное, я разбил это на вторую часть. Ну или на три части. Так главное, чтобы деревья не сгорели. Ого, палочка. Вот и саженец, садим его. И сейчас сделаем себе верстачок и еще одни палки. И сейчас сделаем себе деревянную кирочку. Блин, камня нету. Что тогда делать? Может, камень? Гайв. Подли. Коблстоун. Гайв. Коблстоун. Еще две штуки. О, нормально. Так, сначала уголька добуду. Тут он раскидан. Вот еще алмазы, но у меня пока что железные кирки нету. Да еще и монстры тут не спаунятся. Это очень жаль. Хотя они могут в любой миг заспауниться, если я потушу лаву. Если что, это эту карту я сам построил. Главное, чтобы саженцы не падали в лаву. А то нечего будет делать. Из палок. Да и внизу еще же. Нет, уголек упал. А, ну тут еще есть. Так, ну я когда-нибудь проведу стрим, но мне придется 24 часа подождать после удобрения. То есть удобрения, а не одобрения, а удобрения. Вы поняли? У меня скоро кирка сломается, деревянная. Ну, хорошо, что у меня есть еще три камушка. Я смогу сделать себе
смогу сделать себе каменную кирку, которая будет быстрее копать, чем деревяшка. Ну, то есть деревянная кирка. Вот, все, я добыл весь уголь, так что прощай. Так, теперь нам нужно сделать каменную кирку и потом добыть железо. О, все, нормальная кирочка. Так, сейчас добудем железо. Ну, возьму еду, вдруг я начну голодать. Ну, я пока что сыт. Чуть железка не упала в бездну челленджера. Так. Сколько тут железа? А кстати, у меня же нету камня, ладно. Гайву. Кобблстоун. 8. 8 штук. Так. Но я все равно сделаю железный меч. А вдруг монстр заспаунится какой-то. А мне уже не нужно оно, железо. Железо мне уже не нужно. Так, пускай железо плавится. Мне интересно, можно с карты добыть каменную кирку? Нет, нельзя. Это будет долго. О, еще один уголек. Я его не заметила. Тут дырочка. Как я мог его не заметить? Это странно. О, уже все, кушать хочется. Так, сделаю себе железную кирочку. Железную кирочку. Ну и на всякий случай сделаю железный меч. Железный меч. Вдруг монстр какой-то заспавнится. Ну, то есть появится. Так, еще ведри. А, у меня уже ведро есть, но. Ладно, ладно, ладно. Я сделаю себе железные тапочки. Тапочки себе железные сделаю. Ну так вот, всем пока.